Криминальным новостям. Порядка 500 граждан нарушили тишину в Мангистауской области. Участковые инспекторы участвуют в вопросах защиты прав граждан, семейно-бытового насилия, правопорядка, охраны окружающей среды, благоустройства территорий и другое. По данным месячного показателя, в регионе с начала года зарегистрировано 20 фактов по статье 408 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных. По статье 438 КОАП РК заведомо положено вызов специальных служб, привлечены к административной ответственности 18 граждан. За нарушение статьи 434 административного кодекса выявлено 14 лиц, допустивших мелкие правонарушения, и 309 загрязнивших общественные места. 490 граждан нарушили тишину. В их отношении составлены протоколы по статье 437 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Кроме того, по статье 440 Административного кодекса Республики Казахстан участковыми инспекторами полиции установлено 374 факта употребления алкогольных напитков в местах общественного пользования. По статье 505 Административного кодекса Республики Казахстан нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также снос объектов инфраструктуры городов и населенных пунктов, уничтожение повреждений зеленых насаждений. За месяц привлечено к ответственности 576 лиц.